больше 40 танцевальных коллективов из Рязанской и Московской областей, тысячи участников, выступающих в разных стилях. 20 и 21 апреля на сцене Рязанского дворца молодежи пройдет 5-й всероссийский фестиваль Feel Dance Magic. Его главная направленность на развивающиеся коллективы. Многие коллективы, которые у нас участвовали с самого начала, с самого первого фестиваля, в этом году уже выходят на более профессиональный уровень и начинается более серьезная конкуренция. 2019 год для фестиваля юбилейный, и в связи с этим готовится оригинальное театральное оформление. Какое, пока секрет. Организаторы решили приятно удивить зрителя. Есть в этом году еще одно нововведение. Зритель сам становится участником фестиваля. У нас в этом году новый такой приз зрителя. Такого мы раньше не делали. Зритель сам голосует по билету. Билет выглядит таким образом. Билет, контроль и голос от каждого, кто придет на фестиваль. Голосует за участника, соответственно, какая-то команда выигрывает вот по мнению зрителя. Танцевальный фестиваль пройдет 20 и 21 апреля. В первый день будут представлены такие номинации, как современный танец, народно-стилизованный танец и танцевальное шоу. Второй день посвящен самому популярному направлению – стрит-шоу. Судить танцевальные коллективы будет именитое жюри – высококвалифицированные педагоги из разных городов. Анастасия Батрак, Борис Ширайзен и заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Торхов. Приглашен он не случайно, ведь танец – это не только движение, это целая история. Маленький спектакль, о котором и расскажут со сцены танцевальные коллективы. Члены жюри также проведут свои мастер-классы. Мастер-классы пройдут 21 апреля в РДМ, где будет проходить фестиваль. В 11 часов пройдет мастер-класс Анастасия Батрак и в 12:30 Бориса Ширайзена. Посмотреть, поболеть, а также поучаствовать в 5-м всероссийском танцевальном фестивале Feel Dance Magic можно будет 20 и 21 апреля. Начало в первый день в 16:00. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».